Так, мы тут готовимся к баньке. Слышите этот звук? Сейчас я вам покажу, что Лёха там делает. Сейчас, подождите. Мы готовим нашу ванну. Да. Потому что традиционно в день бани мы принимаем ледяную ванну. Ну, иногда мы просто с утра сидим по полторы-две минутки. Очень круто включает источник молодости, высокого тестостерона и уверенности. О, а вот и попался тот, который кусался. Мне кажется, Санечка, вы кое-что обещали. Что? Что скоро начнется новый образ жизни. Давайте, подождите. Нам что? Нужно взять с вами бумажку, да. Ручку, так. Все прописать, все зафиксировать. Я-то готова. Да. Это Саймон, что-то все ходит вокруг да около. У него там личная жизнь туда-сюда. Так, очень интересная отмазка. Я-то давно готова. А у вас личная жизнь как там все? У меня нет личной жизни, к сожалению. Понятно. Я виноват, честно. Ты виноват, да. Сань, реально, начинаем новую жизнь. Листочек, ручку, да. Записываем правила. Просто глобальная перезагрузка. Почему-то там какие-то правила Саймон придумал. Да, а по-другому просто никак. Просто он знает, что со мной штрафные придумал. Санкции по-любому. Давай, какой? Приехали, значит, на хлебники, вернулись на проект. И Саша сразу на еду заказывает. Еду заказывает, значит, Саня. Да, Зайка, какие на хлебники? Ах, нет, все... рыбу заказала, тартар. Это все нам с тобой, Зай, нам с тобой. Вкусняется. А, я принес, то есть, да? Зашибись. Слушай, классно, а что здесь только нету? А там смотри. Еще сколько всего. Там икра, красная, черная. Тартар. Тартар. Офигеть. Всякие авокадо, не авокадо. Рыбка, дорада, стейки. Соня, да ты раскошелилась сегодня, смотрю. На проект вернулся бывшенький мой, первый. Вот. И хочет заселиться, значит, в мою комнату. Они, правда, еще не определились, но планируют. Вот как думаете, отдам комнату им свою или нет? Так миленький, извинишься, блядь, на колени будешь прощаться. Выйди, зайди обратно. А у нас и плотненькая начинается. Все ребята были сразу в шоке за то, что у меня щелка. Она у меня реально есть давным-давно. Такс. Ну вот, знакомьтесь, новая участница телепроекта. Корзякова Наталья Степановна, то бишь Безверхова. Прям как и я, Безверхова, хотя и не Безверхова. Мы... Что мы? Мы отдыхаем. Отдыхаем. Да. Последний денечек вместе. А потом... Мы ничего, мы встретимся скоро. А потом я уезжаю, у меня будет отпуск. Отпуск в Питер. Направление по курсу. Я тоже хочу в Питер. Ничего, как-нибудь съедешь с Саймоном. Да. А я в своем плавании. Буду сейчас собирать вещи. Я не поняла, Зай, посмотри, это что такое? Что? Почему у тебя подушки сняли, блядь, на, блин, наволочки? И полотенце забрали. Ну что, обалдели? Сейчас пойдем решать этот вопрос. Короче, да, такие унылые, уставшие мы, не выспавшиеся под конец дня. И мне еще собирать чемоданы. И потом вернусь на поляну. Ну, и чтобы вы понимали, вот такая вот обстановочка. Я еще не разложила все вещи. Ну как, вещи разложила, но еще не обустроила. Буду заниматься этим уже попозже. Картюша, сына мамин. Довольный, облюбовал уже новое место. Наше с тобой победное место, да? Живем теперь в такой вот обстановочке. Красота! И мне прям нравится.
Ой. Такой вот у меня сегодня светлый образ, кстати говоря. И Картюша. Вместе с мамой, как обычно. Ну что, дорогие друзья, всем привет. Как вы уже поняли по социальным сетям, я стал новым участником телепроекта «Дом-2». На своей же старом месте, в своей кроватке, начинаем новую историю. Короче, лежу тут такая, значит, а как вы думаете, чьи это кроссовочки? Вот так не хотела вчера, чтобы он приходил. Что-то за сутки уже привыкла опять к нему. Тем временем съемочки закончились, и мы едем в Москву. Кое-кому. Ну, вы сами знаете, кому. Поставить. Смотрите, тут чисто Игорь Викторович встречает. Так, я знаю, где ты стырил иди этого салата. Это в чайканье нашем. Ничего сказать не хочешь? Ну что, это уже семейное получилось. Так, и картошечку пожарил, да? Да, с кайфом, селедка. Класс. Селедка ты пожарил? Селедка там стоит на столе. А, все, блин, это очень мило. Это я себе планировал 3 штучки Мигули. И сказал, никому не дам. Тигр, как ты мог чебурек съесть? Викин с сыром. А? Это все мои. Нет, ты уже это доедай, не буду твои слюни есть. Придется. Я в шоке. Смотри, не думает о тебе, да, Вик? Эти наглые глаза. Эй, грязнуля. Ну какая грязная. Или ты такая грязная? Ну что за грязная кошка? Вот черно не моет свою кошатину. Уши грязные, рот грязный, блядь. Все грязное, тело грязное. Вот ты не мучи ее. Хрюша. Она сама мучается. Потому что грязная. Вот ты хрюша. Ну какая угарная кошка. Да нет. Ух ты, господи, чудо. Чудовище ты. Чудо не чудовище. Чудо с продолжением. Вещи. Угу. Когда грязное оно, то оно чудовище. Да. Когда чистое, то чудо. Ой. Да. Вот это, вы смотрите, какой пузо грязное. Вот они такие, да, свины. Вообще. Ну, тепленькие. Вот это кошка, конечно. Вот это кайфуша, она.